По прогнозу гидрометцентра в Кузбассе, в дальнейшем будут наблюдаться осложнения погодных условий, снижение температуры и снегопады. В связи с этим госавтоинспекция обращается к жителям и гостям города с просьбой учитывать сложные погодные условия и не оставлять автомобили на обочине, ведь машины, которые оставлены на улицах, могут создавать препятствия коммунальным службам, которые убирают снег. Хочется обратиться к жителям, чтобы не ставили машины на проезжей части, не оставляли их. Так как дорожная техника работает и днем, и ночью, получается, в круглосуточном режиме, и создаются помехи для уборки снега в преддверии выпадения большого количества осадков, чтобы водители транспортных средств были повнимательны на дорогах, соблюдали дистанцию до впереди идущих транспортных средств во избежание столкновения, также при подъездах к пешеходным переходам, чтобы снижали скорость, потому что транспортное средство сразу затормозить, то есть не сможет, то есть тормозной путь увеличивается, на дорогах образуется гололедица и зимняя скользкость, поэтому быть повнимательным во избежание дорожно-транспортных происшествий.